Все о дендростихии. Данные взяты с нынешней информации. В видео также присутствуют догадки. Что такое дендростихия? Дендростихия – элемент, связанный с природой. Он обозначается в виде сердечка с листочками. Кто обладает дендростихией? Ее обладают пока что только враги. Дендрослайм, дендрошамачурл и метачурл с деревянным щитом. Где будет находиться дендростихия? Еще очень давно слили планы разработчиков. Дендростихия будет находиться в регионе Сумеру и также в локации Разлом. Когда нам ожидать ее дату выхода? Примерно в 2022 году. Теперь я расскажу лично о своих догадках. Элементальные реакции с дендро. В игре существует пока что только одна – дендро плюс пира. Она создает реакцию горения, наносящий продолжительный пира урон противнику. Следующее сочетание дендро плюс крио. В итоге будет получаться реакция изморозь или ини, которая будет наносить продолжительный крио урон противнику. Мы дошли до дендро плюс электро. Такая необычная комбинация будет вызывать реакцию разряд, наносящая продолжительный электроурон. Наконец-то мы дошли до очень интересного сочетания дендро плюс гидро. В итоге получится реакция яд, накладывающая статус отравления. Скорее всего, что даже окажется правдой, реакция дендро и гио будет создавать кристаллизацию, а реакция анима плюс дендро создавать рассеивание. Какую способность будет иметь путешественник? Возможно, его элементальный навык будет запускать корни из-под земли, подбрасывающие противника вверх, а остальное время нахождения на поле наносить продолжительный дендро урон, или же лечить персонажа.